Здравствуйте, с вами Эля Масленникова и программа «Про город». Программа «Про город» – ваш личный гид по компаниям и заведениям нашего города. «Про город» – для тех, кто хочет иметь дело только с профессионалами. В центре коррекции веса «Идеал» меня порадовали очередными волшебными процедурами. Вот этот аппарат «Тримакс» совмещает в себе 4 манипулы. На нем можно делать ультразвуковую кавитацию, ультразвуковую терапию, криолиполиз, РФ-лифтинг. Такие волшебные аппараты в центре коррекции веса «Идеал». Жаль, что я не могу забрать этот аппарат себе домой. Хотя, кто знает, выключите камеру. Сегодня мы будем с вами делать ультразвуковую кавитацию. В принципе, аппарат готов. Вы готовы? Да, я всегда готова к любым изменениям, тем более в лучшую сторону. Ультразвуковая кавитация – это воздействие на жировую ткань определенной частоты ультразвука. Эта частота ультразвука слышима для человеческого уха, поэтому сразу вас предупреждаю, где-то глубоко внутри вы будете слышать вибрации как, по телу. Да, как мои жировые клетки разрушаются, визжат, пищат и говорят, пожалуйста, оставьте нас. Буду формировать складку. Потом отрежем ее. Сейчас, проникая на уровень подкожно-жировой складки, ультразвук заставляет образовываться в клеточках жировых пузырьки газа. Итак, жировые клетки, которые будут разрушены, они будут выводиться естественным путем. Если у женщины имеются незначительные жировые отложения на боковых поверхностях бедер, допустим. Да, либо особенно внутренняя поверхность бедра. Внутренняя поверхность бедра, куда невозможно воздействовать какими-то агрессивными методами, да, то есть внутренняя поверхность бедра, как мы знаем, она очень нежная, там проходят сосуды, поэтому мы не можем эту поверхность тревожить. В следующий раз я к вам приду именно на внутреннюю поверхность бедра, но без свидетелей, без оператора, потому что процедура очень интимная. Мой тренер считал, вот когда я пришла к нему на персональной тренировке, он мне сказал, что прежде всего надо нагрузку на спину давать, что вот у меня там на спине. Я говорю, я что, похожа на верблюда? У меня что, там горб? Он говорит, горба нет, но вот как бы это вот, надо со спинкой поработать. И я заметила, что реально спина выглядит совсем по-другому. Я очень люблю носить открытые вещи. Вот у меня половина гардероба – открытые руки. Но в то же время я не могу дать большую нагрузку в тренажерном зале, потому что я боюсь перекачаться. Я не люблю, когда у девушек на руках такой, знаете, объем, рельеф. Что вы можете мне порекомендовать? Ну, в данном случае я бы вам посоветовала из наших процедур. Это процедура РФ-лифтинга. Лифтинг, как мы все знаем, это подтяжка. Да. В данном случае мы будем воздействовать именно на область рук, которая вас беспокоит. Да. Будем воздействие оказывать через манипулу. И будем добиваться повышения тургора кожи за счет формирования собственного коллагена на глубоких слоях кожи. То есть мы будем повышать плотность кожи, начиная с фундамента изнутри и снаружи, что более эффективно и будет более пролонгированный эффект после процедуры, естественно. РФ-лифтинг будет работать из глубины снаружи, как дом строит, с фундамента по кирпичику вверх. Также снизу вверх будет у нас уплотняться кожа, будет формироваться коллаген, фибриноген в коже. Тепловое воздействие вы можете ощутить практически сразу. Да, я чувствую. Вы ощущаете. Поэтому обязательно ваш собственный контроль процедуры. Если вам будет жечь, вы обязательно скажите, я убавлю температурное воздействие. Аппарат разогревает манипулу до 42 градусов. И, естественно, на этом уже останавливается, идет интенсивное воздействие. Жир просто плавится. Очень хорошо РФ-лифтинг работает на растяжках. Мы с вами теперь знаем, что у нас внутренняя поверхность чувствительная. Да. Но воздействие на нее будет особо интенсивным, особо эффективным, потому что здесь тонкая кожа. Здесь и пойдет... внутренняя поверхность, она и более проблемная. Да, больше всего проблем, конечно же, с ней. Так же, как и на внутренней поверхности бедра, где тоже можно работать РФ-лифтингом, и тоже будут очень хорошие эффекты. Процедуру РФ-лифтинга также лучше проводить курсом от 5 до 7. Это индивидуально. Мы с вами будем сейчас проблемную зону обрабатывать. Да. Мне кажется, это проблема у многих женщин, и они стараются носить платье с рукавом. Хотя бы немножко с напуском, да, чтобы скрыть эту самую... А я очень люблю носить американскую пройму. А это всегда обнажает... Ну, вам, зону, соответственно, нужен особый уход за этой частью рук.
стандартный, как практически ко всем процедурам, но что касательно именно женщин, если у женщины имеется внутриматочная спираль, РФ-лифтинг, именно на зону живота, область проекции матки мы делать не можем. Потому что мы не можем априори знать, какого рода спираль, да? Ну, да. Из какого металла и какая будет реакция. А так РФ-лифтинг может использоваться практически по всему телу. Ноги, руки, спина, зона декольте, исключая лицо. Для лица существует процедура РФ-лифтинга, но, естественно, необходима своя более маленькая манипула. Многие мужчины ошибочно полагают, что им процедура РФ-лифтинга ни к чему. Зря. Хотя мужчина обладает более плотной кожей от природы. Но а второй подбородок, наверное, может тоже этой манипулы убрать? Да? Этой нет, но... Который поменьше манипулы, да, конечно. Ей, конечно же, можно. И в любом случае, если скидывается вес, и мужчина очень долго ходил, допустим, со вторым подбородком, либо женщина, неважно, естественно, будут иметь... Он по нему будет скучать. Да. После вашей процедуры. Провисы будут. Да. Жень, я, наверное, скоро обленюсь и вообще заброшу фитнес и буду ходить только к вам. Потому что можно лежать, наслаждаться. Обычно, когда мы лежим, мы толстеем. А у вас мы лежим, да, мы здесь лежим и худеем. Поэтому рекомендую всем. Когда у меня появился небольшой синячок на ноге, я позвонила знакомому кардиохирургу и сказала: «Дорогой, ну ты же мне поможешь?» Он сказал: «Боже, Эля, я делаю серьезную операцию на сердце, а ты с такими глупостями». Для женщины ноги – это второе сердце. На следующий сюжет из клиники современной флебологии. Оль, ну скажи, пожалуйста, с какой проблемой ты пришла сегодня? Видишь, я в роли врача. Да-да-да. Проблема вены ног. Вены. Что случилось? Причина? Ну, я так думаю, это две беременности. И при беременности было набрано по 24 килограмма за каждую беременность. Ну, и это все дало на ноги. Да, это сумасшедшая нагрузка на ноги. Я знаю, что после беременности у многих вылезают вены. К счастью, я избежала этого. Ну, еще я так думаю, что генетически все равно что-то есть. Но... Да. Беременность – это первая причина, мне кажется, по которой я здесь. А ты сразу после беременности не обращалась никуда? Нет, не обращалась, потому что я была уверена, что я буду рожать второй раз. Угу. И ты решила потом сразу, все, оптом брать вены? Да. Ага. А насколько видны у тебя вены? Ты можешь носить мини-юбки? Я их могу одевать, понимаешь, но все равно я чувствую дискомфорт. Но если я чувствую дискомфорт, я не одену эту вещь. Конечно. Хотя окружающий муж говорит, что нет, это никак не заметно. Но если я чувствую, то я не буду этого делать. Ну, конечно, комплекс все равно бывает. Бывает. У меня был малюсенький синячок, бывает, да. Я пока не убрала его лазером, да. Я не могла одеть короткую юбку. Скажите, какая процедура предстоит нашей героине Оле? Оле предстоит процедура эндовазальной лазерной термооблитерации. На сегодняшний день лечение вен лазером является наиболее популярной и наиболее безопасной методикой лечения варикозной болезни. Азат Хафизов, сердечно-сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук, сосудистый хирург высшей категории. Окончил Башкирский государственный медицинский университет по специальности лечебное дело в 1999 году. После окончания университета проходил интернатуру и клиническую ординатуру на базе отделения сосудистой хирургии клиники БГМУ. А почему? Какие преимущества по сравнению с другими методами? Преимущество в том, что отсутствуют разрезы, нет необходимости давать обезболивание общее, наркозов. Пусть терпят. И болевых ощущений практически, можно сказать, особых нет. Ну, а вы к чему-то все равно обезболиваете местным? Да, мы производим лидокаин? Обезболивание местными анестетиками. Это создается жидкостный валик вокруг вены, который мы лазером обрабатываем. И этот жидкостный валик как бы предохраняет человека от болевых ощущений и термической травмы, которая может вызвать болевые ощущения. Скажите, пожалуйста, вот эту уникальную процедуру в Башкирии ввезли именно вы. Раньше это было доступно только в других республиках.
Ну, вообще эндовазальная термооблитерация, она в России где-то началась в 2008-2010 годов. На сегодняшний день во всех развитых странах мира как бы доля лазерной и радиочастотной термооблитерации занимает 90-95%. И на долю классической флебэктомии под общей анестезией и под спинальной анестезией приходится не более 3-5%. А расскажите, в чем разница вот между классической и лазерной? Ну, классическая флебэктомия – это обязательно госпитализация, обязательно анестезия, ну, на сегодняшний день наиболее популярна. А как проходит сама процедура? Когда классическая? Классическая операция, флебэктомия, она, значит, производится посредством разрезов, выделения вены и посредством зонда вена как бы вытягивается из организма, что как бы создает определенные ощущения и в послеоперационном периоде. И сколько там период реабилитации? Ну, обычно реабилитация не столь большая, но от 3-5 дней. Но как бы заживление ран оно требует, снятие швов требуется, и долго, перевязки требуются. Было носить компрессионное белье. И остаются, наверное, какие-то разрезы, когда классический метод. Да, классическая флебэктомия, она... А для женщины это смерти подобное. Конечно, самый очень важный момент – отсутствие разрезов. И после лазера человек может идти сразу на работу, практически как бы там... Реабилитации особой нет. И нет необходимости в перевязках, в снятии швов и остальных моментах, которые... И следы не остаются. Конечно, не остаются следы. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы даже мини-флебэктомия у нас не производится. В основном мы делаем один прокол, через который вводится световод, и все. Остальные вены мы потом убираем вторым этапом, методом склеротерапии, что, как бы, скажем, предотвращает даже наличие этих проколов. А на чем основан метод? Получается, вы просто склеиваете коллаген, который находится у нас внутри сосуда, вы его склеиваете? Значит, лазер, как бы коагуляция, слово коагуляция, она говорит само за себя. Коагуляция – это как бы коагулирование белка. Специальный световод вводится в просвет вены. И на конце световода есть линзы, которые его радиально рассеивают луч лазера, и это приводит к равномерной обработке стенки вены. И венка, она как бы во время коагуляции, ее просвет уменьшается, и она после обработки лазера через полгода практически полностью исчезает. Все искусство флебологии заключается в том, чтобы убрать именно те вены, которые мешают работать нашим основным магистральным венам. А скажите, а все-таки там же внутри этих вен тоже есть немного кровь, она не закипает под воздействием лазера? Для этого вот производится туминесцентная анестезия, вот, при помощи специального насоса. Раньше мы это делали шприцом, а сейчас есть специальный насос, который выжимает всю эту кровь. Когда мы поставили световод, мы вокруг вены создаем жидкостный валик. Полностью практически кровь выжимается, и вена, она, когда мы обрабатываем лазером, она не имеет практически в просвете крови. Вот мы видим две линзы. Вот они как бы вот излучают. Это контрольный луч. Вот. И получается, вот как бы, когда медленно извлекаем, вена обрабатывается таким. Вот видим мы световод. Вот это сама бедренная вена. Это у нас световод стоит. Спозиционировались. Теперь начинается этап обезболивания. Я чувствую, вот спазм наступил, дальше как бы это иду. Вот, а ветки, которые здесь есть, потом мы вам сделаем укольчики и высушим. Это вот его притоки.